Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Суть вопроса заключается в том, что человек не видит смысла в своей жизни. Постоянно думает о том, что лучше бы не рождалось, часто хочет уснуть и не проснуться. Вот. Пишет, что в ее жизни все довольно благополучно, выросла в полной семье, хорошо училась. Два высших образования, хорошая работа, замужем, есть маленькие дети, своя квартира, отношения с родителями и мужем хорошие, но меня постоянно мучает чувство, что я не состоялась ни в одном аспекте своей жизни. Как мать, как профессионал, как личность. Порой жалею о рождении детей, полагаю, что надо было родить их больше и больше пожить для себя, посвятить время карьере. Жалею о первом образовании, о потраченном времени на учебу. Жалею, что не добилась большего в карьере. Чувствую себя неудачницей, которая не добилась значимых результатов. Мне 33, чувствую, что ничего не успею, что лучшие годы позади. Абсолютная апатия ко всему, не знаю, как вытащить себя из этого болота. Такой вопрос, ну, в принципе. Это даже не вопрос, а скорее вот просто такое вот сообщение. Ну, в первую очередь, конечно, хочется сказать, что вот самым лучшим способом для вас, чтобы вот решить данную проблему, да, это, конечно же, обратиться к психологу, да, и начать как бы психотерапию. Вот это ну, в данном случае самый такой хороший вариант для вас. Это лучше всего могло бы ну, помочь вам в решении вашей проблемы. То есть это могло бы, ну, это просто лучше всего могло бы вам вот помочь. Это самый такой эффективный был бы способ вам решить ну, ваши трудности, так скажем. Вот. Это был бы самый такой эффективный способ помочь вам. Это был бы самый такой корректный способ вам помочь и так далее. Следующий аспект, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Значит, для начала нужно исключить, да, вот, полностью исключить для начала нужно варианты, возможности, варианты физиологических причин. То есть я имею в виду убедиться в том, что нет у вас оснований для физиологических причин чувствовать себя так, как вы чувствуете. Вот. То есть, ну, имеется в виду, да, например, нет ли у вас депрессии, нет ли у вас депрессивного, допустим, состояния, вот. Нет ли у вас каких-то, ну, таких вот, скажем, физиологических оснований, да? То есть, вот, ну, какие-то, например, проблемы в плане гормонального сбоя и так далее. Вот. Если что-то такое есть, вот. Если вот что-то такое
ну, присутствуют у вас, то это нужно в первую очередь корректировать. Вот. Потому что это может стать серьезной проблемой. Дальше. Следующий момент, на который я бы хотел обратить ваше, ваше внимание. Следующий момент. Он заключается в том, что вы, на мой взгляд, совершенно точно фиксируетесь больше на результате, вот, нежели чем на, ну, на удовольствие, на наслаждение тем, что вы делаете. Понимаете, да? То есть здесь как бы такой вот аспект, что вам как-то важнее результат. Вам как-то важнее именно вот, что называется, добиться чего-то, а не в этом смысле как бы заниматься, ну, по факту, да, тем, что вы делаете, как бы. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, на это вам тоже нужно обратить свое самое пристальное внимание. То есть я-то вообще чему уделяю внимание больше? Чтобы делать что-то? Чтобы посвящать себя чему-то. Или чтобы обязательно вот добиваться каких-то вещей. Потому что добиваться каких-то вещей и делать что-то — это не одно и то же. Получать удовольствие от, ну, как бы, от того, что вы делаете, например, это не одно и то же. Это разные вещи. И вот, судя по тому, что вы говорите, я могу предположить, что вам гораздо важнее все-таки именно добиваться, а не заниматься. То есть, иными словами, для вас как-то карьера менее важна, чем успехи в карьере. Понимаете, понимаете, да? Именно вот разницу постарайтесь, пожалуйста, увидеть, заметить. Вот. И, соответственно, речь здесь, скорее всего, идет про то, как мне кажется, что вы всегда как-то вот, возможно, сталкивались с требованиями к себе и всегда реагировали на них, на требования эти, и реагировали вы на эти требования, ну, как бы подкрепление, то есть, ну, да, я должна, например, да, я должна, да, я действительно должна, там, ну, соответствовать, допустим, требованиям. Да, действительно, я должна чему-то соответствовать. Да, действительно, я должна добиваться чего-то. Понимаете, какая штука. Но при этом вы игнорируете
то, что вы хотите. Вот. Возможно. Только возможно. Речь здесь идет о перфекционизме. Да. Возможно, здесь речь идет, ну, о чем-то еще. То есть, вот, например, да, может быть, речь идет о том, допустим, что вы хотите вот, к примеру, оправдать чьи-то ожидания. Может быть так. Вот, то есть вы пытаетесь оправдать ожидания, ну, допустим, там, грубо говоря, своих родителей. Ну, кого-то еще. Сейчас не так важно, чьи конкретные ожидания вы пытаетесь оправдывать. Вот. На мой взгляд, важнее то, что вы, ну вот, по факту пытаетесь это сделать. Ну, правда заключается в том, что если вы будете оправдывать ожидания, стараться, то вы же, получается, что как бы для себя сами особо ничего не делаете. Для себя сами вы, ну, как-то вот, ну, например, вы о себе не заботитесь сами, да, вы вот не замечаете какие-то важные вещи. Опять же, вот именно для себя сама. Вот. Ну и получается в итоге такая вот не совсем, мягко говоря, приятная ситуация. Вот. И, соответственно, с этим, на мой взгляд, нужно работать. Вот. То есть, ну, для начала отделить то, что хотите вы, от того, что как-то вот хотят, например, другие люди. Вот. То есть одно дело это вы, другое дело это другие. Сначала отделить свои потребности, да, от, опять же, потребностей других людей. Вот. Свои потребности, точнее. Отделить от потребностей других людей. Тоже очень важный момент. Вот. Сейчас вы, на мой взгляд, этого также не делаете. То есть, не уделяете вы сейчас этому вниманию своем. Вот. Ну и есть ощущение, что вы участвуете в такой, как бы, гонке какой-то. То есть вот. Быстрее, 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 я должна все сделать быстрее, быстрее, быстрее. Вот. Ну, как бы, опять же, весь момент такой, что все это вы делаете, вот, условно говоря, да, в некий такой, ну, обход себя. Вот, все это сказывается. Вот, почему у вас нет, смысла жизни, как вы говорите. Потому что, да, вы к нему не прислушиваетесь, потому что вы его не искали. Вот. И именно смысл, как бы, своей жизни вы не искали. Вы пытались, как мне кажется, в основном жить для других людей. Вот. Ну и в итоге вот из этого получилось вот как раз то, что
получилось. То есть получилось то, что вы, по сути, вот не видите смысла в своей жизни. Вот, это, конечно, очень грустно, это, конечно, очень печально. Вот, но, короче, новость заключается в том, что это корректирует. Короче, новость заключается в том, что это можно исправить. Для этого нужно научиться, вам научиться слушать себя. Вот. Да, сейчас вы этого не делаете, сейчас вы себя не слышите, вот. Сейчас вы к себе не прислушиваетесь, но как бы психолог вам, психолог поможет вам этому научиться. Если вы, конечно, этого хотите. Вот. Вполне может быть, что у вас вот как-то на, ну вот на этом фоне, да, развилась депрессивная такая модель поведения, то есть депрессивное состояние. Вот, вполне может быть, но это тоже корректируется, и переживать по этому вопросу, да, стоит это, ну, купируется, вот. Конечно, это купируется, если этим заниматься, вот, то есть, ну, опять же, как бы, если не оставлять это, как-то вот, ну, не пускать на смотр. Вот, потому что, если вы, например, пустите это на смотрёк, вот, то, конечно, здесь есть риск, что, ну, что ситуация может ухудшиться, вот. Но как бы пока что мы об этом вот не говорим, да, пока что мы говорим о том только что это можно скорректировать, вот, и нужно корректировать. Правда, пока непонятно, хотите ли вы этого, но я надеюсь, что хотите, надеюсь, что ваше обращение как раз и ну, в этом смысле сигнализирует об том, что вы готовы к тому, чтобы над собой работать. Ну, вот. Конечно, ну, придется пересмотреть отношение к себе. Вот. Придется пересмотреть отношение к другим людям. Вот, это все сделать, ну, необходимо, потому что, ну, без этого вам ничего в своей жизни не поменять. Вот, и необходимо, как мне кажется, бережно относиться к своим близким. В этот момент, когда вы там, ну, условно говоря, меняетесь, да? То есть вот момент, когда вы собираетесь, ну, меняться, собираетесь как-то вот менять свою жизнь. Вот. Потому что близким людям тоже будет нелегко. Вот. Вот, наверное, все, что на данный момент я хотел вам сказать сейчас. То есть, как бы, на данный момент вы находитесь в отрыве практически полном от себя. Вот. Ваши достижения
вас не радует, потому что изначально сделаны они, скорее всего, не для вас, то есть сделаны они для, ну, для других людей, вот, не для себя вы это все делали, скорее всего. Вот, ну как бы нужно начинать думать и заботиться о себе. Вот, я бы не сказал, что то, что вам вот в этом смысле 33 года, да, является каким-то вот таким критическим. Критической ситуации. Вот, я бы так не сказал. На мой взгляд, вы более чем способны ну, распорядиться своей жизнью максимально эффективно. Вот. Но для этого, вероятно, не получится оставаться в той вот парадигме, в которой вы остаетесь, находитесь сейчас, да? Вот. То есть, ну, очевидно, что придется что-то менять в своей жизни вам. Вот это может быть болезненно. Вот, это может быть тяжело, но психолог, опять же повторюсь, вам в этом вполне способен помочь. То есть одна вы не останетесь в любом случае. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен, интересен. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать, ну, над собой работу, позволит вам начать что-то в своей жизни менять. Вот. Сейчас пока что вы только, ну, как бы готовитесь к этому, к тому, чтобы в своей жизни что-то менять, но первый шаг вы уже сделали. Всего вам самого доброго. И удачи!